Насчет того, что надо целовать ботинки неграм, что жизнь черных... Это... темнокожий. Я никогда не скажу слово темнокожий, конечно. Я скажу слово негр, потому что в моем советском прошлом никакой негативной коннотации не было. Я согласен. И когда Юрий Олеша писал, блистательный Юрий Олеша, писал про гимнаста Тибула, вымазавшегося сажей и появившийся, как он помнит, пред очами доктора Гаспара. Надеюсь, мы все это, ребята, вы все это читали же, правда? И он тоже сказал, если ты помнишь фразу, что вот перед ним стоял негр. Литературно. Но я все-таки, поскольку давайте мы будем говорить про темнокожих, про афроамериканцев. Ты знаешь, здесь очень далеко можно пойти. Я сейчас эту мысль вынашивал, но скажу только сейчас. Вот в моем... у тебя, кстати, кто предки? Ой, у меня там... Дворяне, бояре, крепостные. Нет, я не аристократ. У меня там в лучшем случае какие-то купцы из Нырковых, Морозовых. Ну, то есть, в любом случае, вы угнетали моих прадедов. Нет, просто стоп, с удовольствием это делали. Будешь извиняться потом. То есть, смотри, к чему я это веду. К тому, что у меня родословная, абсолютные крестьяне. Смоленская губерния, Тверская губерния. И Московская губерния, район Орехово-Зуево, деревня Юркино, город Дрезна и так далее. Вот, собственно, три основополагающих места. И насколько я успевал спросить у своих бабушек и даже у прабабушки, все были крепостными на тот самый момент еще. Поэтому, мой друг, опасная сейчас вот эта дорожка, потому что я ведь могу и спросить, понимаешь, притеснение губерниевых, кто за это будет отвечать до 1861 года, мой друг. Хорошо, что Александр II освободитель появился. Как шикарно вот выходит человек вообще из любых ситуаций. Он выходит, вот человек рожден победителем, поэтому нет, рост 3 метра и 54 размер обуви. Нет, нет, ну это серьезно, Лейло, да? Вот это точно чувствует какая-то там, вот так сказать, Шахерезада, понимаете? А сейчас было обидно, да? Почему? Нет. А сейчас так это харассмент какой-то. Да, нет, да. Нет. Ну брюнетки правят миром, это я знаю. Вот, давайте на этом... Брюнетки, а не брюнетки. Вот, все-таки брюнетки правят миром, а не белые гетеросексуальные мужчины. Вот на этой ноте мы и закончим. Вот в этом мы исходим. Все, что ли, у нас? Да. Правда 24, друзья, вы смотрели яркую программу со скромным спортивным комментатором Евгений Лейла. Благодарят, прощаются с вами ненадолго. Да здравствует Москва 24, да здравствует наш лучший город Земли. Прекрасный, красивый, замечательный ведущий. Ах, ну вот Лейла, кстати говоря, Лейла сейчас вот должен отреагировать, кто у нас там на экране. Вот как, вы же смотрите, как раньше же, как было. Сейчас только поймите правильно, никакого харассмента, только комплименты. Ведь когда у женщины все закрыто, и вот рыцари в эпоху смотрели вот на эту щиколотку, на этот вот изгиб, и им уже было хорошо. Лейла, как хорошо мне сейчас, глядя на все происходящее. Поэтому здоровья всем, друзья. Спасибо большое. Огромное. До встречи. Спасибо. Спасибо. Шикарно. Спасибо. Шикарно. Спасибо.